47-летняя Ирина Гринева представила результаты работы над своим телом. Актриса показала, как выглядит в откровенном купальнике. Бывшая участница шоу «Две звезды» была недовольна собой после обильных новогодних столов. Она решила снизить вес и оздоровиться. Ирина усовершенствовала формы к курортному сезону, прошла детокс-курс в специализированной клинике и уже похвасталась обновленной внешностью. Гринева попросила запечатлеть ее во время посещения бассейна. Она позировала в пикантном бикини изумрудного оттенка. Купальник с интересными разрезами в форме кружочков подчеркнул ее постройневшую фигуру. Актриса оставила свои короткие светлые волосы распушенными и отказалась от макияжа. Она приняла выгодную позу и с помощью жестов продемонстрировала отличное настроение. Звезда поделилась впечатлениями от очищения организма. 7 дней голода. Это была неделя нелегкая, особенно в первые дни. Зато последние 2 дня великолепны, даже хотела продлить, опыт прекрасный, и он еще не закончился. Здесь важен правильный выход. Единственное, что могу сказать, ничего страшного. Такая недельная практика, не потакать своим желаниям. И так хорошо понимаешь, как же много мы едим, отметила артистка. Поклонники отреагировали на пикантное фото и слова своей любимицы. Это точно. Едим мы много лишнего, какая стройная стала, красотка. Дело не в форме, и даже не в том, кто сколько набирает после. Дело в оздоровлении, какая вы умница. Красоточка, вам не нужны диеты. Вы всегда прекрасны. Я на такое не решусь, а вы молодец, изящная. Высказались они. Ведущая программы «Давай поженимся» Лариса Гузеева также худеет к лету. Она заявила, что при голодании обязателен массаж. Актриса Ирина Безрукова практикует интервальное голодание. Звезда назвала его одним из секретов своей молодости и привлекательности. Певица Ани Лорак похвасталась идеальной фигурой в пустыне. Поп-дива позировала в соблазнительном бикини и металлической сетке.